Новости в эфире информационного канала Севастополя, в студии Ольга Демичук. Здравствуйте. Парадом кораблей и военно-спортивным праздником в акватории Севастопольской бухты город отметил День военно-морского флота России. В этом году организаторы расширили привычный для зрителей сценарий. Традиционный парад дополнили зрелищным авиационным шоу, а финальным аккордом стал групповой прыжок парашютистов. Задействованно наблюдали десятки тысяч людей, а также многочисленные почетные гости. Информационный канал Севастополя вел прямую трансляцию парада. А самые захватывающие его части в репортаже наших журналистов. С возложения цветов и венков к мемориалу героическим защитникам обороны 41-42 годов в Севастополе началось празднование одного из главных и всенародно любимых торжеств. Последнее воскресенье июля в России – День военно-морского флота. На Графской пристани ровно в 9 утра рота почетного караула приветствует высокопоставленных гостей. Среди них представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев, губернатор Севастополя Сергей Миняйло, вице-премьер правительства страны Ольга Голодец, герой Советского Союза и герой России Артур Челенгаров. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко принимает морской парад. Товарищ командующий краснознаменным Черноморским флотом, корабли и суда Черноморского флота в количестве 25 вымпелов к параду в честь Дня военно-морского флота Российской Федерации готовы. Под звуки военного оркестра Александр Витко поднимается на борт катера и отправляется поочередно приветствовать корабли, стоящие в кильваторном строю Севастопольской бухты. В этом году в параде задействовано 25 кораблей и катеров, порядка 35 летательных аппаратов, 10 вспомогательных судов и 21 единица техники береговых войск. Во главе парадной линии стоит ракетный катер «Шуя» и ракетный корабль на воздушной подушке «Бара». Военно-спортивный праздник начался театрализованным представлением с историей Черноморского флота. Особенность этого дня – впервые за 10 лет ракетно-торпедным оружием выполнил в стрельбу сторожевой корабль «Ладный». Зрелищный элемент этого года – особая роль морской авиации, которая 17 июля отметила свое 95-летие. Истребители, штурмовики и ударные вертолеты задействованы в 11 из 20 эпизодов. За штурвалами самолета начальник морской авиации флота, летчик первого класса, полковник Геннадий Загонов. Морского десанта на побережье открывает носовую форель, по которой на зыбкую волну сойдут боевые машины морских пехотинцев. Разворачивается бой за высадку на побережье. До конца 2020 года Черноморский флот рассчитывает пополниться на 54 корабля, сообщил командующий Александр Витко. В 2015 он уже получил по 2 сторожевых, патрульных и ракетных корабля. На подходе еще 3 подводные лодки. В этом году в военно-спортивном празднике не принимают участие 9 кораблей и судов Черноморского флота, в том числе и флагман, крейсер «Москва», а также сторожевой корабль «Пытливый», которые продолжают выполнять поставленные задачи в Атлантическом океане. Были годы, когда праздник был представлен нашей любимой Москвой. Сейчас они выполняют боевые задачи, это правильно для них. Это я их утром сегодня всех поздравил с праздником. Они доложили, что обстановка и экипажи чувствуют себя хорошо, задачи выполняются. Севастополь – город и флот, испокон веков – единое целое. Здесь даже руководство региона в звании вице-адмиралов. Сегодня, я уже об этом неоднократно говорил, Крым и Севастополь – практически защищены от любого возможного нападения противника. Город развивается. Командующий сказал, что к 2020 году 50 кораблей войдет в состав Черноморского флота. Крым вообще неприступная база, неприступная для любого противника. И все те, кто думает, что что-то могут здесь еще сделать, пусть забудут это раз и навсегда. Когда служил, я всегда был участником парада. И в том числе и организатором этого парада сегодня. Я себя не чувствовал как гость, да, а изнутри наблюдал и переживал, естественно. Чувства были разные. Знаете, ностальгия по службе, с одной стороны, с другой стороны, гордость
за то, что сегодня происходит здесь, в Севастополе, у нас. И стоит, мне это все очень близко. Испокон веков в Севастополе День флота самый главный, один из самых главных праздников, командует командующий флотом. Среди почетных гостей праздника – делегации из разных регионов России. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она впервые на дне военно-морского флота в Севастополе. Совершенно потрясающее впечатление, потому что праздник удивительный. Это праздник и традиций, праздник высочайшего профессионализма и праздник нашего будущего. Действительно, возникает ощущение абсолютно надежных границ и в то же время единение духа. Флот всегда был элементом стабильности и безопасности для Крымского полуострова, даже в составе Украины. А сегодня мы уже у себя дома, и флот сегодня в мирное время обеспечивает рабочие места на крымских предприятиях, обеспечит заказами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Поэтому флот – это сегодня уже неотъемлемая часть безопасности Республики Российской Федерации. За морским и воздушным представлением наблюдали десятки тысяч зрителей. Трибуны, набережную Приморского бульвара, береговую линию северной стороны и другие зоны вблизи акватории люди стали занимать еще с 7 утра. Не сговариваясь, севастопольцы и гости пришли в традиционной одежде праздника. Дресс-код Дня военно-морского флота – тельняшки. Едва ли не на каждом третьем зрителе. И это несмотря на 30-градусную жару, как солидарность гражданских и флотских. Когда я нахожусь на трибуне, наверное, видя эти корабли, видя вот эту эйфорию вот этого праздника, понимая надежды, которые впереди испытывает каждый россиянин, особенно севастополец, все это будет, все это придет. Лучше, чем однажды мы смотрели в Новороссийске. Здесь вообще отлично. У вас все прекрасно, все здесь организовано. Прекрасный строй кораблей, люди, все, что можно смотреть здесь, у вас прекрасно здесь. Сама коренная жительница Севастополя, обожаю свой город, горжусь им. Вот. Мне больше всего понравились парашютисты. И то, что сегодня мне понравилось, что был флаг не только Андреевский, но и ВМФ, поскольку мы все время служили под этим флагом. Такая богатая программа, я думаю, просто что корабли будут только стоять рядом, и там проедет командующий флотом, что-то проговорит, и на этом все закончится. А тут целый театр на воде получился. Очень. Всем расскажем. Всем расскажем. Праздником. Привет Севастополю. Откуда? Мурманск. Я служил здесь. Вот приехал второй раз сюда. Будем стараться приезжать каждый год. Детей привозить с собой. Тем, кто не пришел на парад, что я желаю обязательно прийти, обязательно посмотреть. Меня каждый год впечатляет, так как сам служил в свое время. Поэтому хороший праздник такой наш, севастопольский. Один из лучших. Прямую трансляцию парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ России при поддержке телецентра Черноморского флота вел информационный канал Севастополя. Анна Малышко, Анастасия Шульга, Ольга Демичук, Андрей Тымчук, Дильвер Меджитов, Михаил Волобуев и Максим Трофимов. Информационный канал Севастополя. На территории национального заповедника Херсонес-Таврический открылся первый международный творческий форум «Византия.ру». Он посвящен тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира. Для участия в форуме в Севастополь приехало около 100 человек. Это профессиональные художники, музыканты, кинематографисты и ученые из Сербии, Греции, Грузии, Белоруссии, Украины и России. В программе мастер-классы, творческие встречи с участниками, видеоинсталляции, выставки икон, фресок, мозаик и скульптур. Продлится форум до 15 августа. Больше 100 художников, около 200 произведений искусства. Здесь три площадки. Это шатер, в котором мы сейчас находимся, зал музея, где выставлены потрясающие красоты иконы. И вечером мы здесь на руинах транслируем видеоинсталляции на христианскую тематику. И такого, я не думаю, может быть, даже и в Москве ты не всегда увидишь. От имени губернатора Севастополя, от имени правительства города Герой, я приветствую первую нашу такую замечательную научно-практическую конференцию на территории Севастополя, Херсонеса. Желаю успехов и желаю, чтобы она прописалась здесь навсегда. В добрый путь, друзья. С праздником. И на этом у меня пока все. До встречи в эфире в 19:00.